Друзі, вітаю вас. Це проект «Інтерв'ю дня» на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Як завжди, запрошуємо цікавих людей в нашу студію. І сьогодні буде невеличка екскурсія Кривим Рогом та його околицями. І не лише нашою місциною, від екскурсовода Гліба Козлова. Вітаю, Глібе. Здравствуйте. Глібе, ми з вами спілкувалися вже не один раз в нашій студії і дізнавалися від вас багато місць, які не так далеко від нашого міста розташовані. Та й, в принципі, в межах міста також ви нам показували деякі місцини. Розкажіть, будь ласка, які маршрути користуються популярністю взимку найбільше серед криворізьких туристів, так би мовити? Ну, такого поняття, наверное, нет, потому что, когда холодно, не сильно люди хотят идти на экскурсии, но то, что я бы предлагал, это несколько вариантов. Первое – это те места, которые невозможно посетить в летнее время, в связи с тем, что темнеет очень поздно и тяжело доехать домой вовремя, потому что у нас город очень длинный. Ну, например, это отвалы Петровский или Бурщицкий. К ним нужно от места высадки на остановке дойти, посмотреть, допустим, вечерний город, то есть именно экскурсия «Вечерний Кривой Рог», и потом вернуться на остановку и доехать домой. Это летом сделать невозможно. Зимой, учитывая то, что в 5-6 часов темнеет, можно спокойно это все сделать. То есть один из вариантов – это экскурсия «Ночной Кривой Рог». Вот в зимнее время более актуально то, что можно посмотреть, плюс посмотреть на город немножко в других красках, увидеть город в огоньках. Так, добре, ви назвали зараз два місця, так? Розкажіть мені, будь ласка, що з якого місця видно? Ну, допустим, з Петровського отвала я якраз как-то вийшов і посмотрел на наш город в огоньках і увидел рок изобилия. Вот как у нас герб города – это рок изобилия, когда одна часть она сужается постепенно до точки. И вот то же самое видно с высоты Петровского отвала. Однако у нас получается южная часть более широкая, но учитывая то, что там не такие высокие дома, там огоньков почему-то меньше. И вот в северной части этот рог постепенно вот так сужается, и ты видишь рог изобилия в огоньках с высоты Петровского отвала. Ну, то есть город поэтично. Больше в длину. Да. Так, как поэтично вы обозначили зараз, окреслили наш Кривий Ріг, как рог изобилия. Ну, цікаво так, порівняння. Будь ласка, продовжуйте. Ну, а с Бурщицкого отвала видно три административных района нашего города. В основном это, конечно, центрально-городской район и с высоты Бурщицкого отвала наш город виден, ну, его часть видна в более такой круговом виде. То есть очень хорошо, то есть очень красочно, больше огоньков. Потому что если с Петровского отвала смотреть, то часть огоньков просто вдалеке находятся. Ну, каждый из них, из этих видов из отвалов, он свой. То есть и там интересно смотреть на город с высоты обоих отвалов. Также есть отвал бывшей шахты Ленина, сейчас Терновская шахта. С него хорошо виден район 17-го квартала. Ну, там, конечно, не такая большая высота. Но, тем не менее, тоже интересно. Ну, в будь-якому разі, так, цікаво подивитися хоча б на якусь певну частину нашого міста, так, якщо є для цього пристосовані майданчики. Чи є вони там, до речі? Чи це просто, скажімо так, в дикий вихід на дикі відвали? Якщо брати отвал Терновської шахти, шахти Леніна бывшей, то туда можно зайти пешком, даже если бы не было камней в некоторых местах, которые преграждают путь. Можно было бы на машине заехать. То есть там идет дорога по спирали вверх. А вот отвал Петровский и Бурщицкий, там, конечно, нужно подниматься по таким вот не сильно удобным горным тропинкам, так сказать. Ну, в будь-якому разі це елемент туризму, елемент походу вже, який застосовується для того, щоб просто вийти і подивитися краєвид і панораму нашого міста. Розкажіть, будь ласка, чи є ще якісь цікаві маршрути у Кривому Розі та за його, можливо, недалекими межами, які теж слід було б відвідати взимку? Ну, за границами нашего города я бы так не сказал, потому что в основном это те места, куда я людей вожу для того, чтобы отдохнуть, покупаться. Сейчас не погода зимой особенно. Но если брать вот внутри нашего города, то это, в принципе, те же самые, часть тех же самых объектов, которые летом мы показываем. Но если, конечно, пойдет снег, то есть если зима классическая, то они приобретают немножко другой вид. Например, это затопленные карьеры гранитные. В частности, карьер на Карачунах. Когда вода протекает из трещины, образовавшейся после взрывных работ,
и получается по этим трещинам вода из реки Ингулес попадает в карьер, то, соответственно, мы видим такие вот застывшие водопады, то есть много сосулек. Вот. Также рядышком есть водопады каскадные, обычный водопад 107 метров, всем известный за дамбой нашего водохранилища. Они тоже застывают в зимнее время, тоже красиво на это все посмотреть. Также можно посетить какие-то из карьеров нашего города. Они зимой приобретают совсем другую картину, когда выпал снег, опять же таки. То есть у них, если горизонт белого цвета из-за снега, а вот стеночки черного цвета, ну такого сероватого оттенка. И идет сочетание темного, светлого, и так до самого низа. Это тоже интересно. Ну и в принципі в цілому це все. Так, ну ось такі місця, які були особливими і в інші пору року, так стали ще більш особливими і взимку. Якщо говорити про людей, які звертаються до вас за вашими послугами, чи звичайно динаміка змінюється, так, але чи наскільки вона змінюється у зимовий період? Розкажіть, будь ласка. Ну вона повністю ісчезає, ця динаміка. Единственное, что бывает, экскурсии заказывают люди, которые к нам приезжают в командировку, ну, там, по работе, и им нужно посмотреть город. Тогда им все равно, какая погода, они все равно там через день, допустим, уедут, им нужно посмотреть город в любое время, в любую погоду. То есть дождь, неважно, бывает и под дождем, я людей водил, вот, по грязной местности. Ну, в будь-якому разі це якісь враження певні, так? І вже десь собі поміточку можна поставити, що бачив Кривий Ріг не таким, як його бачать люди, які приїздять на вокзал до готелю і потім знову на вокзал. Да. Так, скажіть мені, будь ласка, чи вдавалося вам за свою кар'єру відкривати якісь нові місця для того, щоб проводити до людей і показувати, яким наше місто може бути ще так осторонь і людских очей? Ну, в последнее время удавалось, но некоторые объекты были засыпаны отвалами пустой породы. И, в принципе, я, наверное, на предыдущем сюжете вам уже все рассказал. Ничего больше нового нету. Есть такие варианты, куда я еще не проводил экскурсии, но я эти места знаю уже давно. То есть, в принципе, я почти весь Кривбас охватил. Единственное, что в плане новых мест нет, но в плане не то, что каких-то объектов туристических, техногенного характера, а даже в плане объектов урбанистических, там, где стоит привычная нам архитектура нашего города, допустим, на Сосгороде или в других каких-то местах, я много нашел интересной информации, связанной с историей, допустим, какой-то школы или какого-то техникума. Допустим, вот если брать Сосгород, там можно по Сосгороду целую экскурсию проводить. Я в книжках много информации узнал о том, что даже там какая-то из школ или какой-то техникум, они очень сильно славились на весь Советский Союз даже. То есть у них было то, чего не было в других республиках. Ну, мы же знаем, что это все было благодаря тогдашнему металлургическому заводу, который курировал лично Серго Орджоникидзе. Он сюда приезжал, то есть, ну, очень большое внимание Кривому Рогу в те времена уделялось. И благодаря самому предприятию этот район очень сильно славится, много его строений, как и КМЗ, КМК, так и какие-то школы, техникум, академия металлургическая. Ну и в целом, ну вот есть такие какие-то здания, которые, допустим, являются административными разных предприятий, которые, о которых можно рассказывать не именно о них, а о целой истории предприятия, которое они представляют. В принципе, я думаю, если людям, которым не сильно интересны виды, но интересная история города, то можно спокойно провести экскурсию по старой части города и удивить людей, потому что, ну, а там таки столько фактов интересных, що навіть не повіриш, що ти живеш в такому місті унікальному. Так, в більшості своїй, в принципі, мені здається, це ось саме ця тематика стосується, мабуть, більше самих криворіжців, так не гостей міста нашого, адже все ж таки ми знаємо, що певні епохальні відрізки, вони накладали свій відбиток на історію нашого міста. І ось як ваш приклад із розвитком нашого заводу, так, металургійного, завдяки якому розвивався і район соцміста, так і в інших районах, в інших частинках, мені здається, також є певні ось такі відбиточки, які завдяки епосі саме були сформовані. Так, ну, ще, до речі, дуже гарну книжку колись в нашій студії презентував пан Ігор, якщо не помиляюся, Боровицький.
якщо не помиляюсь. Може бути Рукавіцин? Рукавіцин, да, точно, да. точно. Переплутав прізвище, прошу вибачення у нашого гостя. Так, там дуже багато, до речі, історії саме соцміста було, ну це була одна з книжок про територію Кривого Рогу, про його адміністративні райони. Угу. Добре, які ще старовинні частини міста, можливо, ви хотіли б задіяти у своїх екскурсіях, і яка частина вас цікавить, може, найбільше? Ну, если брать старые участки нашего города, ну, пока, если честно, таких желаний нет. Я еще не проводил экскурсию по историческому центру нашего города. Не знаю почему, потому что меня интересует больше промышленная тематика. А это место, которое уже все знают, и много кто там был. Тот же самый Рукавицын написал книжку. В принципе, можно там почитать информацию, узнать и людям провести экскурсию. Но меня больше интересуют промышленные объекты. И вот в этой связи, конечно, я бы хотел по соцгороду экскурсию провести. Ну и, в принципе, если брать другие участки города, то какие-то вот места, где живут люди или где какие-то предприятия находятся, они все связаны с теми техногенными объектами, которые я показываю. В принципе, именно какую-то отдельную экскурсию по каким-то спальным районам нашего города проводить нет смысла. Uh-huh. Потому что, ну, кроме домов, там ничего интересного нет. Если какое-то предприятие, то это все рассказывается в рамках показа каких-то объектов техногенного характера, типа там карьеров или отвалы и прочее. Uh-huh. Ну, пока, честно, таких каких-то идей нет. Но вот есть маршруты, которые я хочу показать людям, новые. Они больше, конечно, для криворусского экскурсанта будут интересны. Но они, в принципе, не такие уж и масштабные. Это просто я хочу сделать то, что я еще до этого не делал. Ну, какие-то новые экскурсии, потому что старая уже всем приелась, кто-то уже везде побывал. Вот. Ну и по соцгороду. Ну, наприклад, хоча б, що це буде? Ось про соцмісто ми зрозуміли, до соцміста ще повернемося, я вас трошки попрошу розказати нам про його особливості, якісь, можливо, об'єкти, щоб ви приклад навели. А щодо інших ваших стежок, скажімо так, і маршрутів, тих самих коротких, про які ви щойно згадали? Ну, якщо брати нові маршрути, я би хотів один із маршрутів людям представити, це маршрут в районе Креса Заречного, uh-huh. ядром которого был бы карьер Октябрьский. У меня много информации есть об этом карьере. Ну, в принципе, они многие знают. Гранитный, так? Да, гранитный карьер. Многие там скажут, зачем мы можем туда сами сходить. Ну, сами-то сходить могут, но просто мне дали информацию те люди, которые там работали, там целые чертежи с параметрами карьера, с его там историей, как что добывали, сколько чего было. Вот, это было бы интересно людям узнать. Плюс показать различные объекты посттехногенного характера, такие как уже недействующий отстойник в балке Крутой Яр, плюс какие-то объекты, ну вот, того же самого экологического характера, вот отстойники, которые, возможно, загрязняют наш город, нужно на это внимание людей тоже обращать. И также там, допустим, можно показать ту же самую станцию, которая сейчас не действует, шерстепредельной фабрики, только я пока еще не знаю, можно туда вообще как-то подойти, как-то что-то посмотреть. Плюс самый интересный вид на жилмассив индустриальный, там где, ну вы же знаете, там девятиэтажные дома, и вроде бы там три стоят, не помню, 13-этажки или 16-этажки, они так вот симметрично, одна в центре, и слева, справа две другие, это очень красиво смотрится сдалека, на заднем плане пшеничного поля. Uh-huh. Ну, то есть, плюс еще на краю этого карьера есть так называемая Белая гора, это отвал этого карьера, представленный известковой породой. Вот те многие, кто там купаются, они эту Белую гору особо и до нее не доходят. Это тоже интересное место, белого цвета, с нее вид хороший на весь район окружающий. Это один из маршрутов. Также вот недавно проводил маршрут Горная Саксагань, всего была одна экскурсия, я буду его повторять. Это место, где наша река Саксагань, протекая под мостом, имеет вид горной речки. Там тоже прорыли такой искусственный водоотвод для нее с территории шахт. И вот в одном месте она просто, ну, ничем не отличается от речек, которые есть в Карпатах, на Кавказе, в других горах. Также из новых маршрутов планирую маршрут по старому руднику, который расположен за центрально-городским рынком,
Вот там, где на дне провального ландшафта гаражи находятся, и за ними карьеры различные. Там есть объект индустриально-исторического наследия нашего города. Единственное уцелевшее наклонный подъемник железной руды с шахты на поверхность. И также карьеры на Карноватке затопленные, железорудные, дореволюционные, которые тоже имеют чистую воду, но там купаться невозможно. Просто так походить, посмотреть тоже какие-то старые объекты, это было бы интересно. Ну и также, я честно сейчас не могу все вспомнить, потому что у нас очень много чего по городу есть интересного. Ну, звичайно, так. Я розумію. Ну, ви вже охопили досить такий великий шматок роботи для себе, і це ж треба зараз всі ці екскурсії прописати, певну інформацію додати до кожної, щоб було цікавіше людям, які підуть для того, щоб розвідати, яким є їхнє місто, яким вони його ніколи не бачили. Добре, ну, обіцяли, повертаємося тоді. Давайте, можливо, про соцмісто, щось певне, якийсь об'єкт, який вас зараз найбільше зацікавив, і що можна теж дізнатися, прогулявшись з вами по цьому райончику. Ну, чесно, я поки що інформацію осваював о соцгороді, я просто от її всю прочитав, но це нужно заучить, конечно, щоб хорошо знати, розказувати. Просто в цілому соцгород нам як представляється? Це от розв'язка дорожня, где очень много шума, все ее видели, ничего вроде как интересного нет, все приелось. Но если окунуться в сам центр соцгорода, не центр, как бы то место, которое считают некоторые прежде центром города, там где-то развязка, где проспект Металлургов пересекается с улицей Косиора, а именно если пройтись вдоль улиц, бывших улиц Революционной и Постышева, то вот как раз там и находится центр соцгорода, как я считаю, ну географический центр, и там полная тишина, красивые дома, очень уютно, деревья, там есть и сосновая аллея, березовая аллея и каштановая аллея. Там есть даже памятники различные, допустим, памятник, ну не памятник, а просто фигура волка, который поет из «Ну погоди». Ну и много чего такого другого интересного. Есть красивые здания, какие-то школы, памятник пионерам. Вот. Ну и плюс какие-то объекты, связанные с Кривовским металлургическим заводом, которая имеет очень такую интересную историю, которая прославила наш город и сам соцгород в целом. Ну и плюс история о самом металлургическом заводе. Ну вот в целом, вот просто много информации нарыл, в которой рассказывать которую людям будет очень интересно для самих людей, то есть они не будут скучать, потому что там только самый интересный факт. Я такое второстепенное упускаю из вида, то есть хронологию особо не затрагиваю. Только самые сочные, самые интересные факты. Так, ну більше вже дізнаємося з ваших екскурсій і дізнаються наші глядачі, хто обере для себе ці маршрути і відвідання їх разом із вами. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Вам дуже спасибо. Бажаю розвитку і доведення до гарного стану всіх ваших нових маршрутів. Хай у 2022 році щастить і все більше екскурсій буде у вас. Дякую. Стараємося. Друзі, сьогодні з нами був екскурсовод з Кривого Рогу, з нашого рідного міста, Гліб Козлов, який так само, як і інші люди в його професії, у нашому місті показує своїми іншими, скажімо так, очима, яким Кривий Ріг міг бути, яким ви його не знали, яким він є в принципі взагалі. Тож дякуємо вам за увагу, дізнавайтеся більше про рідне місто і любіть Кривий Ріг. Бувайте!